а во-вторых, ты молодец. Ваня уже начинает нервничать, что он проигрывает спор. Да я уже 10 дней отсидела подряд, Катяо, 10. Рекорд, зай. Да, наверное. И именно этот месяц, когда я так стрессую, у меня нет людей, как назло, блядь. Просто вот, знаешь, как будто звезды сошлись. Джуз, тебе надо проиграть спор и не сидеть нахуй иногда. Я вот тоже не знаю, что мне делать в этом месяце. Так хочется не стопорить СНГ, девочки, а это больше план. А я понимаю, что не СНГ-то я возьму, а где вот я возьму СНГ, я этого не знаю. Гамлет, привет, мой хороший. А рассчитывать на божью помощь, Джусь? Я не знаю, на кого мне рассчитывать в этом месяце, потому что никого. Никого, кто был в том месяце. Ты что, снова там донатишь? Я видела, что он высвечивался топ-1 пользователь. Приветик. Ты как к нам не заходит? А нам даже покисмишечки не закинул. А как же наша традиция? Он ждет большой бигвин лан, чтобы закинуть нам обещанного дракона. Помнишь, он сказал, если много выиграет, то подарит по дракону? Мы помним. Ёшкин дрын. Азамат. Скоро все будут говорить этот ёшкин дрын. Ну давай! Она сидит ждёт, а я тоже теперь хочу. Спасибо большое. Ребята. Не бросит свою маленькую. О, мой гад. Спасибо. Девочки, что у нас происходит? Я не понимаю. Лайки бродкаст. Красота. Я белая, как это, не знаю на чем. Thank you, Оли. Оно через время. Сейчас вот опять будет. Да, да. Сейчас закончится. А нет, Кость. Я пишу твою аватарку, и мне спокойно, когда ты будешь здесь у меня сидеть. Пожалуйста, не уходи. Спи здесь. Ну, пожалуйста, чтобы я твою аватарку видела. Не знаю, просто это единственный человек, который постоянно просто... Пока он не на работе, он просто вот сидит прям до тала. Это нас поздравить. Но не случалось. У меня вчера 3 звезды делало 48 человек. Представляете? Привет, я тот человек, который делает 3 звезды. У него иногда бывает по 5, по 50. Было в прошлый раз мой рекорд. И я такая, ого. Помните раньше, в прошлом месяце вроде, ходили вот эти вот неизвестные корейские какие-то китайские аккаунты, кидали бабу. Самое большое у меня было 85 человек и одна звезда. Не одна. What happened here? Here happiness. Whoa, what happened here? Here happiness. Нет. Лануся. Привет, at all. Девочки, вам Даниэль передал привет. Yes. Всем привет. Привет. Всем привет. Лануся. Что закуриваешь? А, что куришь? Новая какая-то. Ужасная. Ужасная. Невкусная, почему да? Ужасная? Арен. Не нравится. Голова от нее болит. Немножко. Блин, а вы знаете, да, что есть очень много подделок? Ну, типа очкудишек и все, что они курятся меньше заявленного.
Все еще сложно найти. Они, это не подделки, Кать. Это просто брак называется. Брак. Короче, там жижи не наливают. Достаточно. Ну, не знаю. Либо, вот если или открывать батарейка. Московский садовод, если начинает гореть, то значит цену. Мало жижи. А если быстро, короче, начинает гаснуть, то есть, ну, батарейки мало, это значит, реально батарейка разрядилась, неполноценную батарейку положили. Специально, чтобы она быстрее скурилась. Насколько я знаю, есть подделки. И там есть нормальная цена за нормальную цену, и тут же за 400 рублей HKD это будет хреновая, которая будет... Нет, это оптовые просто цены, Катя. Они все столько стоят, просто кто-то загибается, но кто-то нет. Они недорогие сами по себе. Нет, я же понимаю оптовую цену. Я тебе говорю, что на том же садоводе одна будет стоить 400, и такая же будет стоить там 500-600. Но одна будет нормальная, а другая будет бракованная, типа. Ну, типа не оригинальная, как китайская. А, такое не знаю. Я знаю, что они просто бывают либо разряженные, либо полупустые. А брак бывает, да, мы тоже, когда в магазине покупаем, нам говорят, проверьте сразу, откройте, чтобы... Ну, типа, да, у нас тоже так. А сразу не поймешь, оно может потухнуть через час, типа из-за того, что батарейка будет разряжена. Да. Не, у меня такого не случалось. Тут-тут-тут. У меня, кстати, тоже не попадало на брак нормально. Попадало. И гореть сразу начинало. Это попадало мне в пуфе. Там мало жижи наливают. В маскинге нет, не в маскинге. Или в маскинге. Разряжала их быстрее в HKD также. Прям очень быстро. То есть берешь на много тяг, и там оно 2 часа, 3 часа, и все, ее нет. И не потому, что я ее скуривала быстро, потому что у меня были курилочки, которые я курила точно такие же, намного дольше. Yes, smoking is bad. Yes, Аня. Егор, привет. But all smoke. Yes. I'm no smoke 2 months. Indeed. Я умничка. Да, ты умничка. Hi. Держусь пока, моя хорошая. Может, вы тоже все станете спортом, будем вместе спорт. И так будет, ну, не обидно, и все будем. Ну, я спортгёрл. Я на фитнес хожу. Нового года. Утром ЗОЖ, вечером дебош. Чувствую себя. Отвечаю. Базар ноль. Утром она ЗОЖ. Там, ну, знаете, сторисы с растяжкой и все такое. Но вечером что ты там пьешь? Красивое такое. Егермейстер. Егермейстер и Red Bull. Ну, я и говорю, потом дебош. Thank you so much. Oh, Alan, oh my god, thank you. It, блядь, it's me. Я думала, это тебе. Блядь, it's me. Thank you. Пизда, бэйбусинка. For no smoking. Oh, thank you. За то, что не курю, по аплодисменты кинули. Вот это я понимаю. Okay. Ой, девчонки. Да, девчоночки, девчоночки. Юкер. Олень. Very beautiful, олень. Где олень? Дир, дир. Олень или дир. Мы выяснили. Что, спустя неделю никакого оленя не пришло, да, Катяу? О, нет, конечно, блядь. Он сказал, до Нового года скинет. Пиздец, они уже на самолете, Джус, а мы на своем тарантайке этой. Девочки, сейчас. Что там такое? Что там случилось? Сумасшедшая. Доболя. Доболя. Ну, сейчас все уйдут. Они сейчас вернутся. Ёшкин дрын. Мы никуда, Алиса, привет, мы здесь, моя хорошая. Вот ты, да блядь! Не здесь. Молчу! Меня и слушают, и смотрят. И слушают, и смотрят, тут ничего не говорите. Вот бля. Дэниел! Зай, черничка, я тебе расскажу. А, я тебе могу сейчас рассказать тоже. О мой год, Дэнки,
I'm Blush Allen. А где сам Артур? Артур go sleep, наверное. I will be crying. What are you doing? Девочки, это пипец. Ну круто же. Но если я не сделаю план, который как бы я делаю ежемесячно, то это будет.